Ой, запоминайте, мы должны знать своих героев. Сейчас огромную роль в моей жизни, а значит и будущем садоводстве, играет Павел Николаевич Троценко. Живет в этом Санкт-Петербурге. Приезжал ко мне в гости лично. Вот чем хороши Сафронов лично. Чем хороша Савинич, которая это самое приехала один раз на экскурсию, а теперь почти поселилась, ну, образно говоря, то есть стала близким сотрудником. А Сафронов сколько раз приезжал, сколько фильмов создано. Вот. А я хочу сказать, народ должен на своих героев. Он сейчас ведет большую работу, переделывает вебинары в статьи. И все больше и больше по крайней мере, в Яндексе. Другое дело, что переломить не удается. А это я уже для Савельича Александра говорю. Это дерево умирает. Я перестарался, когда черенки резал. Вот. Пока, возможно, последний год живет. У меня Сергей мне интересуется. Вот. У меня нету. У него сейчас все интересы. Вот. Как выжить, как уже это самое. С магазином, который себя не окупает. Денег-то в деревне ни у кого нет. Вот. Представляете, такая большая деревня, это, и машин нет, чтобы ехать куда-нибудь в город закупаться. И здесь покупают. Хорошо, хоть иногда пиво мужики берут. Так вот, я к чему говорю. И Инсану надо продлять рот этому прекрасному сорту.